То есть ты утверждаешь, что видел, при каких обстоятельствах Бонфлат набил себе новые татуировки? Да, я был с ним в этот самый момент. Слушай, а можешь поподробнее рассказать? Ну, это была вечеринка «Зацеп». Кире там не очень нравилось, но я отрывался на всю катушку. Я знаю, как тебя зовут на самом деле. Давай знакомиться. Меня тоже Кирилл зовут. А, Максимовский с тобой. Мы с тобой виделись на прошлом зацепе. Ага. На втором этаже, помнишь? Стоп. Насколько мне известно, это было после концерта. Да, точно, ты прав. Мы ехали в Саратов. Это были пранки над спящими. И мы продолжаем свой путь в город-герой Саратов. А зачем вы туда ехали-то? Там был концерт Гонфлада, и мы подготавливали гримерку и сцену к его выступлению. Мы в гримерке в Гэтсби. Это клуб в Саратове, где будет выступать Гонфлад. Вы можете видеть огромнейшую толпу. Ребята! О, Тунелла! Супер Чуйц 2 будет, а теперь это твой? Ого, вас много, ребят. Татуировки же он набил в Пензе. Что интересненького в райдере у Гонфлада? Бананы. Много бананов. Много бананов? И напитки с бананами. Бухло есть? Да, конечно. Пойдемте посмотрим. Я посмотрю. Скитлс, Швепс, кимчупсики, но точно не... Но и трехзвездочный. Сегодня не Швепс. Сегодня был... Кникуем, блядь. Вот, ребята снимают этикетки, я снимаю их. Что ты видишь? Я вижу, мы сидим в ресторане. Мы сидим в ресторане после концерта. Сидят, моют руки полотенцами. Никита Прокофьев просил передать привет Кириллу. Короче, говорят, что выкинули чупсики на сцену. Да, я видел. Да, я слышал про лифчик. И лифчик, да, и лифчик. Что самое яркое за концерт за этот? Ты увидел такое самое запоминающее? Я увидел вот таких малышей. Тебя что спросили? Я стоял у сцены, там, короче, охранники, сначала Гонфлад вытаскивал пиздюков, которые такие были, охранники вытаскивали, человек 5 вытащил. Никита позвал нас к себе в магазин. Там темно. Там нет света. Чё, знаешь, чё? Да. Сань, давай для видео. Ну, давай, блядь, просто за отметку историю буду. Ты слишком щедр. Это на самом деле. Это. Потом мы пошли в тату-салон. Да, это был подвал. Да. Это
на каком пальце будешь делать? На котором нарисовано. А, это нарисовано. Просто не видно. А почему именно это? Просто так. Понял. А внизу будет рубль. Евро. А евро не будет. Боже мой, как страшно. Короче. Ты раньше рисовал такие, помнишь, у тебя бутылочь буквы? Ты хочешь, чтобы она типа была... Помню, что ли, что-то луна? Луна, типа. Луна, заебись. Только она, мне кажется, побольше должна быть, чтобы, ну, чтобы на бока залазить. Чтобы чуть-чуть... Не, ну можно не переводить, будем, да, просто ходить, буду рисовать. Да, мы вместе били, я был самый первый. Это было пиздец как долго и пиздец как больно. Да, ну я представляю, да, это было вообще пиздец, наверное. Знаешь, там такие выпуклые, да. А, ну, конечно, очень глубоко пропулировала. Ну, бля, поначалу, короче, многих, ну, учеников, ну, там, учеников, кто начинает, есть такая проблема. Что там? А что там такое, Серёжа? Там черт. А, да черта, ебану. Да черта, ебану. Ещё я вижу, что вы ставите лайки и пишете комментарии и подписывайтесь на меня.